Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Они знают, где покупать. Ломбард Титан. Для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем выпуск. Устроил двойное ДТП пьяный водитель ВАЗовской «девятки» на улице Московской. Там, по словам очевидцев, мужчина за рулем «Лады» сначала протаранил автомобиль, затем лихач скрылся с места аварии, но вскоре врезался в стену дома. На этом суровый гонщик не остановился. Он снова попытался уехать, правда, его заметили активисты ночного патруля. За нарушителем отправился и наш корреспондент Павел Москвин. Что, пьяный, да? Пьяный! Пьяный! Все, ведем его! Таксисты и очевидцы преследуют и снимают на камеру водителя «девятки», который скрылся с места ДТП. «Лада» с выключенными фарами ехала в сторону Театральной площади. У меня факт движения случился был. За лихачом также устремились и активисты ночного патруля. Водителя они сообщили в дежурную часть ГИБДД. Оказывается, «девятка» ранее уже звучала в ориентировках. Водитель вскоре выехал на Октябрьский проспект, где его задержали инспекторы. Дверь открывай. Дверь открой. Дверь открой. Здравствуйте, выходим. Водитель «девятки» Вячеслав не предъявил документы и сразу молча направился в патрульную машину. Но даже там мужчина предпочел общаться только с помощью жестов. Мужчина? Что-то? На «девятке» были свежие повреждения, замятое крыло, госномер, а также треснутый бампер. Где и когда машина участвовала в ДТП, Вячеслав не говорил. Он предпочел поспать в прогретом салоне машины ДПС. Так как водитель оказался бесправником, инспекторы сразу вызвали эвакуатор. Далее водителя повезли сначала в отдел полиции. Там по отпечаткам пальцев установили его личность. Затем бедолага отправился в ГИБДД для экспертизы на состояние опьянения. В кабинете инспекторов на него стали составлять протоколы. В это время Вячеслав Соболев погрузился в глубокий сон. Выспаться Соболев смог в отделе полиции. За пьяное вождение без прав ему грозит административный арест до 15 суток. Сергей Пичугин, Павел Москвин, «Место происшествия».